Дарья Павленко, балетмейстер, постановщик балета «Бахчисарайский фонтан», рассказывает, перед актерами стоит очень непростая задача – сделать все убедительно, ярко и интересно. Нужно не просто сыграть, а прожить свою роль на сцене. Я считаю, что это достояние вообще нашей страны, этот спектакль. Потому что это, в общем, единственный такой спектакль советский, который является продолжением императорских всех традиций. То есть это большой четырехактный спектакль. В этом году фестиваль посвящен столетию со дня рождения великой балерины Аллы Шелест. Программа включает 7 выступлений, 6 балетных спектаклей и гала-концерт с участием звезд мировой балетной сцены. Откроется премьерой «Бахчисарайский фонтан». В свое время Алла Шелест блистала на ленинградской сцене именно в этой постановке. Она исполняла партию ханской жены Заремы, чья ревность стала причиной трагической развязки сюжета балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». В этом году артисты будут выступать под аккомпанемент живого оркестра. Что ценно, что все эти номера у нас пойдут не под фонограмму, а под оркестр. Это огромная, большая работа. Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест пройдет с 18 по 31 октября в Самарском академическом театре оперы и балета. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События.